каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнину с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на новое видео от Брайана Мапса, которое называется «Супер детектив». Окей. Окей, оно вот только-только вышло, давайте смотреть. Этому городу нужен свой... Ох, вертуху крутит-то, блин! Тысячи преступлений происходят здесь каждый день, и никому нет до этого дела. Не пофиг, ёпта. Именно поэтому пришел он. У него уникальная чуйка и суперразвитое шестое чувство. А все потому, что он... Супер детектив! Давно хотела себе свечку. Блин, надо было зажигалку купить. О, все, пожар. Так, ребята, пошли, пошли. Не подходите, не подходите. Так, так, так. Шляпа. Е. Прям он на Боярского похож. Серьезно? Он реально похож, блин, на Боярского. Ну да, все в уголовнике так говорите. Но кажется, кое-кто забыл замести следы. Что это? А, это мой маленький брат нарисовал. Ага, так мы тебе и поверили. Дураку понятно, что это же явный план поджога. Что за бред? План поджога. Итак, сначала ты разливаешь бензин по всем этажам, далее поджигаешь свою квартиру, сматываешься, огонь захватывает весь дом и бам! Она явно давно в этих делах. Видно, что план выстроен профессионалом. Как хорошо, что такие умные детективы, как я, сажают таких щенков, как ты, за решетку. Уведите ее! Сучка! Нет! Окей. Минус, минус баба. Супер детектив! Он реально на Боярского похож, что за херня? Та девушка читает детектив. Надо скорее Д'Артаньян. Так, страница 415. Осталось всего лишь 3786. Эх, поскорее бы. Сторож убийца! О, фу, ну бля, не надо было так делать. Фу, это противно реально. Как же задолбало. Это школа. Бля, смешно, так противно, ёбаный. Молодой человек, а вы знаете, что покушение на жизнь человека преследуется по закону? Но я же покушаюсь на свою жизнь. Это не имеет значения. Арестуйте его. Помогите, пожалуйста. Вместо этого ты сядешь в тюрьму. Там ранее мыло сколько хочешь. Хозяйственная. Супер детектив. What the fuck? Ну это Боярский, отвечаю. Ну и такая же большая шляпа. Брайан умеет водить или нет? Я не хотел. Интересно. Да ничего, с кем не бывает. Так, так, так. Кажется, кто-то вляпался в отборное дерьмецо. Ой, и вправду. Я не про вас, а про этого убийцу. Извините, пожалуйста, я правда случайно. Случайно? Случайно не хотел и случайно спланировал это убийство. Что? Сейчас все поймете. Ты, внук богатой бабушки, решил поскорее отправить ее на тот свет, чтобы получить все наследство себе. Сначала ты убил других внуков-претендентов, а позже занялся самой бабушкой. Вчера ты подсыпал ей в суп замедляющий препарат, из-за которого она стала медленно ходить. Ты знал, что ее любимое занятие — это переходить дорогу, поэтому сел в машину. Ох, самая любимая. Когда цель была на месте, ты хорошенько разогнался, но не успел ее сбить, так как на дороге появился я. Что? Я первый раз ее вижу. Да, это не можно. Послушай, я больше не хочу ничего знать о твоих грязных делишках. Рассказывать будешь сокамерникам. Арестуйте его. Но я же не виноват. Ты пойдешь с нами, сладенький? Нет! Ты пойдешь с нами, сладенький? Я не пойду. Мне кажется, это замануха. Супер детектив. Мальчик, а ты в курсе, что здесь нельзя есть мороженое? Почему это? Для тупых. Насильник! Мэм, вы не так поняли! Нет, нет, мэм, нет! Идем, сынок. Боже, высадок. Окей, бы мы тоже морожка вкинул бы. Лицо, если бы кто-то прибивался. Канал, ты знаешь, что это преследуется по закону. Поэтому советую подписаться. Также ставь лайк, если тебе понравилось. Ладно, это прикольно, хотя, блин, он похож тут на Боярскую. Прям писец. Это fucking shit Боярский.
никто не верит, блин, да я даже загуглю сейчас. Ладно, не буду, я знаю, как Боярский выглядит. Ну, просто это реально Боярский. Я не знаю, почему я так к этому прицепился, но... Ну, я дурак просто. Да. И что я еще хочу сказать, кстати. Подписывайтесь на канал Брайан Мапс, ссылочка в описании. Также, если вам понравилась моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк и подписаться на мою страничку ВКонтакте. Почему бы нет? Я буду очень благодарен. Всем удачи и всем пока-пока.